Здравствуйте, дорогие друзья, это Алексей Коткин на экологической экскурсии в Петербурге. Недавно в разговоре с одним из наших экскурсантов мы обсуждали то, что раньше, когда-то давно, когда люди жили в деревнях или на хуторах, то они сами по себе охраняли природу, потому что они берегли ее, они хотели, чтобы то, что видят они там, где они гуляют, сохранилось, и их дети тоже могли это делать. Конечно же, это так, однако, как только человек попал в природу, изобрел первые орудия труда, он, конечно же, начал на нее активно воздействовать. Ну и, как всегда, не столь уж полезно, а скорее негативно. Так были истреблены первые мамонты, так многие огромные территории были опустынены в результате сельского хозяйства, в результате выпаса скота, активного животноводства. Поэтому то, что когда люди жили в маленьких деревянных домиках на лоне природы, они никак не вредили природе, это, конечно, скорее миф. Однако до сих пор и сейчас у нас есть такие места, где люди живут в согласии в природе, не внося ей огромный вред, и более того, их взаимодействие и взаимоотношения скорее похожи на партнерские. Поэтому есть такие места, в том числе и в Ленинградской области, где царит гармония и умиротворенность. Ну, если вы хотите увидеть такие места своими глазами, то я вас приглашаю на наши экологические экскурсии.